была определенная борьба. Сам решай. Назад.
Второй тайм начинается при счете 3-0 в пользу Татнефти. ВТБ пытается взять быстрый темп. Но вряд ли короткая скамейка позволит такой темп долго удерживать. Тайдерман, но особо здесь некому передачу делать. Коробов пришел, чтобы атаку поддержать, но вратарь в итоге оказался лучше. Главой. Дэн, что, пару-тройку яблочек нам типа принесите? Кирилл, банк ВТБ пытается
почувствовать мяч. Первую 10-минутку снаряда практически не касались, потом за исключением пары моментов. Но вот сейчас нужно вспомнить, как это играть в футбол. Четвертый гол, 4-0, долгая получилась атака, и ВТБ берет тайм-аут, нужно обдумывать, что делать в оставшиеся 7 минут и 14 секунд. В этом сезоне ни разу не сидел на туре. Блин, да, ничего интересного. Блин, просто не рад. Вот я вообще не рад. Да, не. Да, не. Кстати, новые инвалиды есть? Вернулись команда на поле. Пока не совсем понятна игровая задумка ВТБ на оставшиеся минуты. Ну, будем разбираться. Пока ВТБ играет без мяча. Стремительная атака ВТБ. Видно, доволен тренер. Сам дал правильный совет, и игроки его в жизнь воплотили. 1-4. Кардаушевский на перехвате. И второй момент. И второй гол должен был сейчас состояться. Грановский зарабатывает угловой. Мигулин ошибается в передаче. Здесь на подборе Карновушевский. Ну, игровое столкновение здесь. Грановский, когда делал движение назад, просто по Карновушевского споткнулся. Кардаушевского еще один момент. Передачу делает. Чудесное спасение вратаря. Вот эта заявка на лучшего игрока на своей позиции по итогам тура.
Одного кого? То есть троих наградили? Ну, вроде. Три в два идет Татнефть, Полупанов, Грановский, удар. Надо было, и хотелось в конце сказать гол, но гол не состоялся. Татнефть очень осторожно сейчас начинает атаку. Их устраивает счет, их устраивает, что секундомер идет. 2:15 до свистка. Пальцев. Грановский сильно слишком перекидывал. Перекладина. Полупанов на перехвате. Хорош. Вот теперь Грановский точен. 5-1. Идет уже последняя чистая минута. Еще один перехват от нефти. Ох, какой удар придумал Гинитулин. Сейчас, если мяч попал бы в ворота, было бы действительно красиво. Но что ж, довольно спокойный первый матч. Убедительная победа Татнефти. 5-1. И еще оставляют они шанс побороться хотя бы за бронзу.